Сковородок много, сейчас мы выберем. Да. Ну, почти как сама эта сковородка. Она небольшая. Она небольшая. Вот это вот стеклянная, да, его вот эту. Дальше выбор сковородок. Пришли выбрать сковородку. Мраморного серебряного покрытия. Да, я вот сниму эту черную подвалика. Такая она, вот эта вот черная. Она как с присоской, что ли, написана, не пойму. Крышка. Ты что, может, ты увидишь? С силиконовым ободком, да? Крышка с силиконовым ободком, плюс ручка черная. Да. Вот сейчас дома не подойдет. Ну, посмотрим. Нет, нет, сейчас я поближе сниму, пока вот этот мы не видели, она больше подойдет. Да. Ну, видишь, она косоходит хорошо. Ну, еще, берите еще рублей, еще рублей. Ну, правда, это не очень такой. Гулялись мы до магазина «Порядка». Вот. Пришли, позамерзли, потому что очень холодно и метет снег, конечно. Что мы там приобрели, сейчас я покажу. Вот, взяли мы такую карту любимого покупателя, товары для дома и дачи. Вот, и ох ты, здесь две карты. Ваша дисконтная карта и плюс еще одна вдобавок. Ну вот, подарю кому-нибудь еще одну такую карту. Так, вот такие вот карты. Так, ну, это мелочь для меда купила. Вот такую сковородку купила я. Вот она, обзор. Сейчас будем посмотрим, что она, как она считается. Сковорода гранит с мраморным антипригарным покрытием. Коричневая считается. Диаметр 24 сантиметра. Сейчас тяжелая, хорошая. Так, мы сейчас снимем ее, эту упаковочку отсюда. Вот, почитаем, что здесь. Сковорода, гранит, коричневый, с антипригарным мраморным покрытием. Но пенсионерам на нее скидки нету. Пенсионерам скидки в магазине «Порядок» по понедельникам. Поэтому в понедельник ходите, пенсионеры, в такой магазин, и будут скидки. Так, вот она такая сковородка. Коричневый цвет, вот, мраморное покрытие антипригарное. Вот фирма Деникс, наверное, читается, или Даник, Деникс, наверное, читается. Ручка очень такая хорошая, она прикручивается, там вот есть шурупчик такой, видно. Может быть, очень такая емкая. И мы сегодня испробуем, первое, что мы испробуем, мы сегодня сделаем блины, бабушкины блины. На кефирной основе попробуем печь блины. На обычной чугунной они мне получаются отличные, пышные. У меня внуки любят такие блины. Но вот хочу вот на такой антипригарной попробовать. Получится они у меня и блины или нет. Цена этой сковородки была 733 рубля 70 копеек. Вот скидка 174 рубля 70 копеек. Сейчас эта сковородка стоит 599 рублей. У нас будут оладьи на ряженке. Ряженку мы вот эту подогреем, но не кипятим, только подогреваем. 3 стакана муки просеянной, яйцо одно, столовая ложка разрыхлителя, 3 столовые ложки сахара, соль по вкусу. У нас получается тесто. Смотрите, какие они пышные. Вот они. Толщина какая. Так что сковородка неплохая.